Здорово, ребят, меня зовут Игорь Ожерельев, я автор фильма «Белух». Но пора бы уже сменить эту пластинку. Прошел уже ровно год с момента выхода этого фильма, и именно в этот момент на Ютубе пробил 1 миллион просмотров. Это прикольно. Многие из ребят на Ютубе в комментариях писали: «Опять год нового фильма ждать?» И я тогда: «Нет, все нормально, сейчас как попрет. Вот уже прошел 1 год, и мой новый фильм еще в работе». И надо признать, что такие большие проекты, как «Белуха», не могут выходить каждый месяц или каждые 3 месяца, даже если у меня будет работать огромное количество ребят в моей команде. Я решил, что я буду появляться на Ютубе с вот такими вот влог-выпусками, на которых буду рассказывать какие-то интересующие меня темы, делиться какими-то мыслями на тему того, как пользоваться техникой, обучать вас чему-то. И да, это то, что я буду делать регулярно. Анька! Аня, это несъедобное! Кстати, говорят, что в лесу до сих пор есть клещи, несмотря на то, что уже были серьезные заморозки, поэтому, может быть, я сейчас уже там что-то насобирал себе. Мне было достаточно трудно прийти к решению начать делать вот такие вот влоги на камеру. Я откладывал начало этого проекта месяцами, если вообще уже не годами. И все из-за страха, что у меня что-то не получится на глазах просто у всех. Я подумал, что это отличная тема для моего собственного первого влога. Разобрать тему страхов начинать что-то новое на примере моего же собственного страха начать влогать на камеру. Бояться, о котором я сейчас говорю, не значит испытывать страх при мысли делания чего-то. Как, например, поход к стоматологу в детстве. С этим все понятно. Я говорю о другом страхе, когда ты по-настоящему хочешь чего-то добиться, но по какой-то причине никак не можешь начать приближаться к желаемому. И на то постоянно находятся тысячи причин, толпы виноватых и бесконечные обещания, что завтра все изменится. Но реальность такова, что мы просто боимся начать двигаться к желаемой цели. И сегодня я постараюсь рассказать вам о том, почему все это вообще происходит и что можно с этим совсем поделать. Ведь наверняка каждый из вас когда-нибудь совершал саморазрушительные поступки. Например, брался за что-то важное для вас и не доводил до конца. Приближался к результату вот на столечко, прям уже было его видно. В этот момент начинаешь саботажить результат. Я, по крайней мере, делал это много раз. И это происходит из-за страха. Из-за того, что мы боимся довериться себе, потому что в нас существует серьезный внутренний конфликт. Я начал копаться в этой теме, я перебрал достаточно большое количество книг, которые, в свою очередь, наводили меня на другие книги и снова на другие книги. Я нашел интересный ответ на все это, и он достаточно научный. Идея в том, что в нас находятся 4 мыслительные системы. И 2 из них находятся в серьезном конфликте. Как если бы в нас, 2 из нас, просто боролись постоянно за быть или не быть, делать или не делать и так далее. Первая система называется лимбическая. Это система, которая досталась нам от наших предков, приматов. И вторая — церебральная. Это куда более новая система, которая возникла относительно недавно. Она куда более эффективная и производительная, чем старая, но она и более слабая. И в своей книге «Линчпин» один из моих любимых авторов, Сет Годин, называет первую «Лизард». Он говорит, что «Лизард» и есть наша амигдала. Это конкретный участок мозга, который отвечает за наши инстинкты, страхи. Он говорит, что «Лизард» важно, что думают другие, потому что статус в стае имел огромное значение раньше. Поэтому мы очень боимся всего, что может подвергнуть риску нашу репутацию и наш статус. То бишь, это публичные выступления, это какие-то публичные работы, это в том числе работы на камеру, потому что мозг понимает, что это для того, чтобы смотрели другие члены стаи и все такое. Но проблема в том, что за эти десятки тысячелетий наш мир очень сильно изменился, в отличие от «Лизард». И полагаться только на этот первобытный мозг в нашем мире и в нашей жизни достаточно тяжело. И на то есть другие участки, такие как неокортекс. Это то, что в своей книге тот же самый Сет Годин называет «Дэймон». Это
наш внутренний гений, если хотите. Это участок мозга, который отвечает за наши открытия, за наши какие-то бороздения просторов космоса, творения искусства и все прочее. Но проблема в том, что этот участок мозга очень слабый, и ему очень трудно противостоять старому и матерому мозгу Лизард. И как только Лизард просыпается, зачастую наш неокортекс, наш Дэймон, наш внутренний гений выключается и не может добиться результата, потому что наши эмоции, наши чувства и наши страхи берут над нами верх. Другими словами, Лизард — это мозг первобытного человека, чтобы мы выживали. И мозг Дэймона, то бишь неокортекс, — это тот участок мозга, который направлен на наше развитие. Так вот, как и в любом хорошем блокбастере, в нашей голове происходит постоянное противодействие двух противостоящих друг другу сил. Одна из них — это Дэймон, цель которого — творить, бороздить космос, создавать какие-то великие дела, творить искусство. И вторая — это Лизард, цель которой — помешать Дэймону. И Лизард — это есть наше сопротивление. Мы часто путаем его со страхом, и мы называем часто его страхом, страхом начинания чего-то. Но на самом деле это то самое сопротивление, которым и есть этот выпуск. Оно сделает все для того, чтобы помешать нам делать смелые поступки. Отсюда рождается прокрастинация, куча мелких дел, плохое самочувствие, какие-то непонятные потребности, которые на самом деле нам не нужны. Все это ради того, чтобы нас отвлечь, нас остановить. Начало этого видеоролика — это не метафора, это моя реальность. Поскольку Лизард — это, по сути, продолжение нашего спинного мозга, то это именно тот участок мозга, который контролирует большую часть наших гормонов. И в том числе гормон стресса, кортизол, возникает оттуда же, поэтому мы зачастую испытываем стресс, неудобства, какие-то вот эти вот все непонятные эмоции, которые как бы что-то не то, как бы что-то вот мешает нам двигаться вперед. Но на самом деле это и есть то самочувствие, то состояние, в котором мы должны работать. Уверен, что все в голове замечали вот этот вот голос. Нужно было раньше остановиться. Сразу было понятно, что ничего не получится. Нужно было слушать меня. Но кто в этот момент ты? И кому адресован этот голос? Этот голос — это голос твоего внутреннего сопротивления. Его цель — преподать тебе урок, проучить тебя, сделать тебя более робким, зашуганным. Лизард ненавидит твоего внутреннего гения и пытается заткнуть его при каждом удобном случае. Но ведь не ошибается только тот, кто ничего не делает. Чаще всего Лизард проявляет себя в форме тревожности. Тревожности о том, что мы не выключили дома утюг, о том, что будет завтра, о предстоящем каком-то публичном выступлении. Или в форме желания что-то купить, например, какую-то важную вещь, которая по факту нифига не важная и так далее. И самая большая проблема в том, что как только мы решаем причину нашей тревожности или нашего навязчивого желания чего-либо, что в принципе одно и то же, возникает тут же новое. И этот круг никогда не заканчивается. Есть два варианта того, что можем с этим сделать. Первый вариант — это идти у тревоги на поводу и постоянно питать ее своим вниманием. И второй вариант — принять факт существования тревоги и просто продолжить делать то, что ты должен. Потому что тревога не может жить вечно без подпитки. И ее подпитка — это твое внимание. И если ты будешь просто делать дальше свой труд, то она просто со временем испарится. Она здесь для того, чтобы помешать тебе делать то, что ты должен. Наверное, лучшее лекарство от сопротивления — это практика. Быть профессионалом. Ведь профессионал — это тот, кто делает работу системно, регулярно, несмотря на всякие преграды вроде погоды, климатических изменений, политической обстановки, личных отношений с девушкой или с парнем, или чем-то еще. Он просто делает свою работу, несмотря ни на что. В то время как любитель думает, что он сделает работу, когда преодолеет сопротивление и страх. Но профессионал знает, что преодолеть страх невозможно, и просто умеет работать вместе с ним. И это большая разница, которая позволяет профессионалу доставлять результат, в отличие от зачастую любителя, к сожалению. Все это кажется достаточно просто, но, к сожалению, это совсем непросто. Чтобы оказаться по ту сторону всех этих сложностей, недостаточно просто сильно хотеть там быть. Нужно уметь любить сам путь. Ведь путь есть искусство.
Если ты любишь этот путь, то тебе не важно, насколько он длинный или короткий, сложный или простой. Ведь путь и есть то, ради чего ты здесь. Еще одна проблема – это рационализация. Попытка отговорить себя делать что-то по каким-то причинам. Зачем делать что-то очень качественно, очень талантливо, когда можно сделать просто так и не рисковать? Или зачем рисковать, занимаясь бизнесом, идти по какому-то сложному, непонятному, далеко не гарантированному пути творческой личности, вместо того, чтобы ходить на обычную работу, жить обычной жизнью, получать обычную зарплату и так далее? Именно эта же рационализация порой мешает нам принимать критику, обратную связь. Ты можешь верить, что ты справишься. И ты абсолютно точно можешь верить, что ты проиграешь. И самое главное, что в обоих случаях ты окажешься прав. Страх — это нормально. Мы мало что можем сделать со страхом, и, в принципе, мало кто когда-либо мог с ним сделать. И все великие деятели искусства, науки, сцены и так далее всегда шли со страхом рука об руку. И именно он их был верным спутником на протяжении всего их пути. И будет на протяжении всего пути у тех, кто начинает этот путь. И это именно Лизард говорит тебе, что ты не справишься, что ты еще не готов, что тебе нужно перечитать кучу материалов, пересмотреть кучу YouTube-роликов перед тем, как приступить к какому-то делу. И причина тому достаточно проста. Ты можешь облажаться. И это правда, ты действительно можешь облажаться и обязательно облажаешься. Но хорошая новость в том, что это произойдет не всегда. Мораль этого видео в том, что не нужно быть больше гением. Нужно иметь меньше сопротивления, не идти на поводу у своих страхов. Твой внутренний гений спрятан где-то внутри тебя. Нужно просто уметь к нему прислушиваться и чаще идти за ним. Окей, допустим, у меня есть капля сопротивления. Что дальше? Если этот вопрос возник в твоей голове, то, скорее всего, ты уже сделал самый главный шаг. Ведь признать свой страх и свое сопротивление значит узнать лучше самого себя. Лучше понимать свой внутренний голос. Это означает, что ты чаще будешь слушать своего внутреннего гения. Делайте то, что сложно. Потому что то, что легко, умеют делать все. И этот навык, он как граница между мирами, между миром посредственного и выдающегося. Этот путь непрост, он, это понятно по определению, но он увлекателен. И похоже, это видео, оно больше не для вас, а для меня, потому что, если вы не знаете, я с недавних пор full-time filmmaker и блогер, и в моей жизни больше нет офиса, нет бизнес-митингов, нет всего того, на что я раньше тратил очень много времени. И это означает, что впереди очень много интересных фильмов, интересных выпусков, интересных творческих проектов с моей стороны. И поэтому я делюсь здесь сейчас с вами результатами этого исследования и надеюсь, что кому-то оно будет обязательно полезно, особенно если вы тоже находитесь в начале какого-то пути или хотите чем-то заняться, чем не могли начать заниматься. Ну, а я, похоже, выполнил свое обещание, потому что вы смотрите это видео, это значит, что я достиг результата по своей задаче и преодолел свой страх, по крайней мере, в этот раз. И вы бы знали, сколько времени я потратил на это видео, поэтому, если оно оказалось вам полезным, то обязательно ставьте лайк и делитесь с ним с какими-то друзьями. Peace!